Всем привет, с вами Антон 99. И сейчас я вам расскажу немного информации о сервере, важной очень. Во-первых, теперь у меня два сервера, которые называются Blue River и White Sky. Вот. Вот White Sky, вот Blue River. Ну, это сейчас вот один сервер, просто два IP, через новый IP, через этот. Потому что теперь IP розетка tv.zapta.org вообще не существует. Теперь два IP новых, это whitesky.zapta.org, IP два этих в описании будут, и Blue River, noip.org. Все почему... Во-первых, сервер... Сейчас, извините. Все, извините, мне просто кто-то звонил. Вот, то есть у меня теперь сейчас два сервера. whitesky.zapta.org. Это сервер игровой, то есть у меня один сервер с клановыми войнами, а другой игровой. Вот. И они каждый день будут меняться. Вот сегодня, допустим, работает сервер... Сейчас клановый, потом будет игровой. На игровом сервере сейчас пока что нет спауна. Я его завтра сделаю. Завтра весь день будет работать игровой. Послезавтра клановый и так далее. Вот. IP Blue River, no IP.org. Это сервер клановых войн, а White Sky сервер игровой. Так, вот. Это первое. Что второе? Сейчас зайдем. Все. Во-вторых, мне нужен человек, который строит очень хороший, красивый, большой спаун. Для игрового сервера он мне может его построить. Я ему дам креатив навсегда. В принципе, да. Вот. Дальше что? Сейчас вспомню. Блин, извините. Все, извините. Так, второе. Это мне нужен человек, который построит мне шоп на моем игровом сервере. Также очень красивый, большой и здоровый шоп, где будут продаваться практически все вещи. Ну, я вам скажу. И, конечно же, эти люди должны мне дать свой скайп обязательно. Чуваки такие. Каралагать. Так. Вот. Ну и все, IP в описании. Розетка tv.zapta.org вообще не существует теперь. Никто вот сейчас не может зайти, пока я не выложу это видео. Ну все, всем спасибо за просмотр. С вами был Антон99. Подписывайтесь на новые видео. Пишите в комментарии, кто может создать мне большой красивый спаун. Только сам. То есть без сетов, без всего. Админку не просить. Макфил, вот креатив и все. Все, до свидания.